500 рублей. Сказка детская. Хорошо, садись. Сказка детская. 500 рублей. Каждый год 31 декабря мы ходим в баню. Лукаша! Жень! Ну! А где Костя? Звонил Костя, извинялся, он в Ленинграде. Где? Надежда Васильевна, разрешите представиться, Константин Евгеньевич. Лукашин. Третья улица строителей, дом 25, квартира 12. Не понял. Таких совпадений не бывает. Что, не туда попали? Ну, бывает. Конец. А кто слушал? Молодец. У женщин все бывает. Татьяна говорит, что у них в Израиле... Жень, ведь надо рассуждать логически. Как ты все-таки в квартиру-то попал, а? А что ты там затеял? Мне очень в жизни повезло. Поживем, увидим. Прилетели? Прилетели.